Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на своем канале. Уже, наверное, все блогеры осветили мостик, который называется мост Кличкова. Сейчас мы его тоже посмотрим. Так, внимание, разворачиваем камеру и смотрим. Мы сейчас туда и идем. Такой красивый тут фонтанчик сделали. Может, он и был? Не знаю. Все фоткаются, много народу, сегодня вечер, точнее сейчас вечер, все, и вот он этот знаменитый мостик, играет музычка. Так, и вот мы ступаем на этот мост. Ну что, красиво? Владиславчик мой. Дианочка. Вот прозрачные конструкции, которые огородили, на которых пока нельзя ходить. Видно, что-то с ними делают. Даже какая-то другая тут по бокам арматурина. Потому что видно, вот эти вот по-другому сделаны. А те вот... Здесь что-то по-другому, а это вот так сделано. Зачем, конечно, лавочки огородили, непонятно. Нужно было туда загородить как-то так. А я так хотел попрыгать по этим стеклам. И вот на тебе. Ну ничего, мы еще попрыгаем. Все установлены камеры. Так, ну что, запечатлим свое личико тоже на этом мосту. Потом как-то фоточку, может, вырежем. Там вертолетик полетел. Так, еще подходим к одним стеклянным конструкциям. Все загорожено. Так, ну еще там стеклянная конструкция. Ярко дружба народов. Как-то она преобразилась. Вон камеры в начале моста. Все здесь снимается. Вечером, наверное, тут вообще прикольно. Ну вот, и переходим, переступаем. Есть. Это арка дружбы народов. Ну вот такой вот мост оказался. Ну что, друзья,
На этом все. Конец. Такое небольшое видео получилось по этому замечательному мосту. Жаль, что, конечно, стеклянные эти вот проемы, пролеты не работают. По ним нельзя пройтись. Ну ничего, я думаю, когда-то они откроются. Вот, на этом заканчиваем видео. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам наилучшего и путешествуйте. Всем пока, ребята.